с любимым вы так и не общались с тех пор? То есть у вас, или у вас отношения человеческие сохранились? Сохранились. Вы знаете, я общался, и даже хорошо общался. Я удивился, что он не изменился ни в чем. И это тоже вызывает уважение. Это тоже действительно большое уважение вызывает. Ну, он великий режиссер. А Калягин великий режиссер? Нет, я не великий режиссер. Я и актер-то. Ой, вот это вот. Тихо-тихо-тихо. Вы сейчас вступаете в полемику с людьми, которые достаточно весомые. Женя, такой актер, как я. Да вы гениальный актер. Это говорят те люди, которые немножко в этом разбираются лучше, чем я. Поверьте, это не форма моего кокетства, такого самоуничижения. Боже упаси. Я знаю, что я мог бы больше. То есть эти люди говорят просто из хорошего отношения к вам, вы считаете? Я знаю, что я мог бы больше. Угу. Но позвольте мне не раскрывать некоторые вещи. Угу. Я знаю, что я мог бы больше. Угу.